Я из милиции, моя фамилия Зорин. Ну, я тебе не муж. Обманывать не позволю. До моего отъезда осталось 3 недели. Что такое? Что такое? Вы кто? Я предлагаю дело. Он создал Евангелие для язычников. Эта картина стоит $300,000. Придется поднять. Вот список всех сотрудников музея. Так что он сказал-то? В наше время Хайс стал жертвой одного миллионера. Я не могу. Ну, значит, не договорились. Твой разлюбезный Грант сделал ему предложение продать нас обоих. Можно я у тебя останусь? Ой, ну не надо, не надо, не надо. Не до тебя мне теперь. Ну как жить? Кругом одно жилье. Я слышал, вы интересуетесь живописью. А который настоящий? Вот этот. 80, 90, 100. Все, ровно 10 тысяч, точно как в аптеке. Давно следят? Если его возьмут, вам тоже. Этот человек случайности не любит, он их не допускает. Падаль вы. Понимаю, ну сам не могу, ей-богу не могу, только дело испорчу. Дружок твой. Боится, как бы чего не вышло. Это не я. Это дружок твой. Ты говори. Прошу. Ну, вот ваш Хальс. Разрешите? А документы? Что? Документы! А! Никакого! Хальс! Что? Стой, Иван Сергеевич. Мне терять нечего.